18 по 21 ноября на базе Зеленоградской баптистской церкви проходила встреча руководителей Союза всеобщих инициатив. Более 20 служителей из разных регионов европейской части России собрались, чтобы подвести итоги года, которые оказались весьма успешными. Статистика выздоровления выросла, и все больше людей обретают правильное направление в жизни. Каждый руководитель получил благодарность за вклад в формирование здорового образа жизни. Также вместе всей командой руководители Союза поставили цели и задачи на 2019 год. Запланировали мероприятия, лагеря и образовательные программы. Большая радость знать и осознавать то, что мы все призваны к тому, чтобы служить и спасать взятых на смерть. Бог так и обращается к нам в своем слове и говорит: «Спасай взятых на смерть». Сегодня проходит очередная итоговая годовая встреча руководителей, служителей реабилитации для наркоалкозависимых. И мы собрались вместе для того, чтобы говорить о тех проблемах, о тех вызовах, о тех успехах и неудачах, которые мы имеем в своих поместных служениях и в общем в Союзе. Мы говорили о том, что возможно и необходимо улучшать качество нашего служения, разрабатывать определенные инструменты, выходить на новые площадки, достигать все больше и больше людей, потому что Бог призывает нас в это и дает нам свой вызов. Мы верим, что мы сможем больше. Мы знаем, что для нас важен каждый. Мы желали друг другу удачи и молимся для того, чтобы совершить это служение и принести достойный плод во славу Божию. Информационное бюро «Спектр», Москва.